Гранша, понимаем, мы во дворце живем каком-то. Может, и охотиться не надо? Может, на маички поохочешься? Стоп, а где? Так, тебе надо инвайт дать, да? Да. Пригласить в лобби. Да Васян спит, какой инвайт Васян. А, и Васян здесь как тут, как тут. Сука, блять, реально, сам зашел даже без инвайта. Вообще, все, распустился, посмотри. Это обычный дом. Ты ебанутый, какой обычный дом? Обычный дом, ты чё вопил-то как этот, как поросенок? Да ты пизданутый, мы такого не было в охоте, блять. Как не было, был всегда. Ты чё, конченый, Диман, откуда, блять? Шуму-то было, шуму! Да не было такого дома, блять. Пса, убери своего, пока я курок не нажал. Понятно, Диман, короче, пиздобол. А где магаз здесь? Сзади, в доме. Не, Диман это пиздец, он чёрствый человек. Васян, пульну. А где в доме магаз? Магомарк, Ликс, Зарк, Костыть. Понял. Слышишь, а где магаз конкретнее? Я не могу его что-то найти. Слушай, Диман, ты чё, вообще глупый? Не, я не могу, у меня нету, он не отображается, чтобы ты понимал. Бля. Васяна попроси, он поможет. Я Васяна сейчас колесо... А, ты на дом, не, ты на дом нажал? А, ну вот, я про это и говорю. Может, тебе надо дом открыть? Да, нажал. Баланс охуенный. Бля, не что, баланса нет, что ли? Я не вчитался в составы, так что напишите, нормальный баланс или нет. Ну, более-менее, я думаю, нормальный баланс. Четыре не умеют играть, так нам и нужно выиграть сегодня, чё? Чел, дисбалансный, это когда у нас слабая команда, у них сильная. Когда у нас сильная, у них слабая, это все норм, типа, похуй. Ну да, по факту, в принципе. А! Пока! Не, какой дисбаланс, ребят, что вы реально придумываете, блять. Ну вообще у них Айсу должна была быть, но я так понял, Айсу не сможет сегодня. С Айсу было бы, наверное, еще более точнее. А кто на этой локе вообще есть? За кем тут охотиться-то можно? За фазаном можно. Ты фазана не попадешь даже в него. Уверен? За фазаном он собрался охотиться. Не то, что уверен, знаю, Марк. Бля, почему ты все время меня не веришь, нахуй? С ума сошел? Ну? Что с тобой? Есть. У нас кент, ребят, все, с катушек уехал. Офигеть, я тут в такую локу еду сейчас, сытную. Бля, я вот что-то хожу, нихуя не могу найти. Я так понимаю, это что-то тоже африканское, да, такое здесь? Ну, такое, с нотками Мексики. Мне кажется... Не перевернулся. Ай-яй-яй, я что-то... Не врезался, чуть не взорвался. Офигеть, здесь ландшафт херовый. Мексиканская рысь. Ман, мы в Мексике. В Мексике? О, хорош. Бля, нихуя она какая-то заряжена. Было бы, видели ее рык, блять. Правда, я ее не видел. Да, это внутри Мексики кактусы. Прикольные, кстати, лока. Красивенько смотрится. Ну-ка, кактусы повреждают, если к ним подойти в упор?
Не, не повреждают. Могли бы и проработать деталь. Бля, где рысь-то эта ебаная? Прикинь, вот в таком месте оказаться вот одному, без воды, без всего. Это же смерть, наверное, стопроцентная. Тут же, наверное, так солнце печет сейчас. Вот если. Да ладно, я не думаю, что прям смерть. Ну, слушай, без воды, без всего, я думаю, да. Блять, у меня нечем побрызгать, я не взял. Там температура жесткая должна быть. Так. Я ни одного животного еще не вижу на этой лодке. Мне только что рысь на меня рычала, но я ее проебал. Ну, точнее, я ее даже не увидел, она сама съебалась. Не, вот я чей-то звук слышу. Но... А, вот озеро, ебать, тут могут быть животные. И вот здесь звук слышу чей-то. А, вот койота я нашел. Ну, койота-то не так интересно, я хочу что-нибудь покрупнее. Если здесь посидеть, потусоваться, то я думаю, что животные подойдут. Так. Блин, у меня такое ощущение, что у меня вроде нет, вроде та винтовка. Бля, вообще была. Нет никого, они что, вымерли? Антилоповый заяц помет очень старый. Вот это, блядь, про Диму Ликса, нахуй. Вон она. Бля, может мне... Ну хули ж ты швыряешь-то, шпиняешь? Что ты делаешь? Ты животное спугнул мне. Ты кому говоришь, Васяну? Кто сейчас стрелял? Ну я в километре от вас, если что. Кому в жопу порох запихать? Васян! Куда шмаляешь? Ебать! Блядь! 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 А, вон! Это кто? Ну, блядь! Сука, почему так долго, блядь, ты сердце... О, боже. Надо больше животных. Чем ты больше захочешь, тем больше они будут респауниться. Да у меня, блядь... Мудак не может отдышаться, блядь. Без мата, пожалуйста. С утра очень часто родители с детьми смотрят стримы. О, ожерело. О, я фазана, по крайней мере, нашел. Сейчас фазана буду стрелять. Ой-ой-ой, я там еще и... Блядь, сука, хуй кустов что-то... Да, блядь! Васян, я сейчас реально не поленюсь, подойду и... Серьезно тебе говорю, будет разговор. Бля, я сейчас говорю просто, ебать тут кустов, блядь. Буду за тобой охотиться. Бля, это пиздец. Все, мне горит. Кто мне не охотится? Да я сюда ехал один, и в итоге здесь ты оказался. Стреляй из лука, без звука. Нихуя ты, бля, и рэпер. Стреляй из лука, без звука. Где ты, сука, блядь, поганая? А, вот ты, мразь. Боже, я случайно! Бля, я сейчас так сгорю, блядь. Вот лосторог. Блядь, я сейчас так сгорю, нахуй. Блядь. Что ты сделал там, дурачок? Что ты сделал? Не, это пизда. Не, ну это просто пизда. Я сейчас буду гореть вообще неистово, нахуй. Ну и где толсторог? Где-то здесь должен быть. Боже. Блять, ладно, держи себя в руках, Марк. Просто пиздец, я случайно нажал на кнопку. Да, хорош отмазываться. Учись стрелять, Марк. Учись быть охотником. Да я даже, блять, не нацелился нахуй ни в кого.
Учись быть охотником, а не жертвой. Там две рыси было, да и что, блядь? Я-то, блядь, стрельнул, они уже съебались на этот момент. Ты посмотри, блядь, с пулемета хуярит там чел. А почему ты говоришь, что я фазана не убью? Слышишь? Ну ты не попадешь в него, потому что... А как ходить? W. Нет, я имею в виду идти, но не бежать, потому что я на W нажимаю, мне чел идет. Ой, бежит. Вот здесь механика Counter-Strike. Да? Здорово, бишка. Оп, сюда. Чел здесь механика Counter-Strike. Блин, когда мне навыки-то дадут? Почему мне навыки не дают? Кстати, тоже, блядь, нихуя нет навыков. А, нет, я могу сейчас открыть. У меня ноль, блядь, везде. Один есть. О, нихуя, это что за... Это кто? Что за гули-гули-гули-гули-гули? Гули-гули-гули. Это кто? Это гуль. Токийский? Да. Да не, блядь, не-не-не. В смысле, я фазана въебал, Диман. Это еще что за хуйня? А, это койот. Ой, не койот, а это. Блять, в сраку опять, в ёбаный ты хуй. Минус 400, чё? Ой, Вилен, спасибо большое за сапку. Спасибо большое. Блять, у меня уведомлений нет. Ну, ребят, ну это же охота, блять. Блять, ты чё, еблан, что ли? Не, я сейчас говорю, блять, правда, у меня пиздец жопа разрывается. Что это такое? Чё, смотрел на игру, от которой, где от него ничего не зависит. Да нет, ну блять, ну что это такое? Я нажимаю прицел, у меня чел вот так, блять, дергается. Потому что у тебя сердце не отдохнуло. Да нет, я не про это, про другое. Logitech, бля, как будто реально начало сенсор срывать. Чел, just научись стрелять. Стрелять. Это баг уже давно, понял. Just relate. Так, ну фазана похуй. А кто тут еще есть? Блять, ебать вы там хуярите. На каких свиней, блять? Там далеко-далеко. А как ты сам на себя охотиться будешь?
Опа. А это у нас что за хуйло? Толсторог. Как там, помните? Фингерская хвосторог. Блядь, Генри, ёбаный в рот. Новое шоу завтра будет, а сегодня будем тестить. Но я не знаю, день или завтра свободно. Да, блядь, ребят, понимаете, там... Я, кстати, ну, я хотел сказать, что не забывайте, не надо ждать от шоу что-то нереальное. Там не будет... Не, ребят, там Квихантик мне говорил в Дискорде, что будет разъёб полный. Я не говорил такого, не пизди. Ты говорил, что будет разъёб. Нет, не говорил я такого. Да, говорил. Нет, не говорил. Я вообще ты, так... Ребят, чтобы вы понимали, такого шоу... Я такого, ребят, сука, специально не говорил, чтобы потом типа, не было, чтобы на меня не пиздели потом. Еще не было, потому что там все сделано типа пиздато. Вот, вот дословно вам говорю. Бля, пизда... Ебать! Диман, заткнись, сука. Я не говорил такого, блядь, чтобы не портить Марк, впечатление потом. Не пизди. Конечно, да, но в Дискорде ты обратное говоришь. На, нахуй! На, нахуй еще раз, блядь. Да ладно, ну въебал только. Короче, ребят, если чё, не надо ожидать что-то нереального, просто, ну, типа, посмотрим, как будет. Потом вы уже сами сделаете вывод, пиздато, не пиздато. Двоих въебал. Причем быстро довольно-таки перевелся, среагировал. Блять, ебанат. Сука. Койот напасть может? Разве? Мы же охотились уже на койотов. Я не помню, нападали они или нет. У тебя даже комар может напасть, Марк, и утащить. Бля, комары на самом деле ебанутые, нахуй. Что бы ты ни говорил. Их? Не, не боюсь, но просто, блядь, им так жалят, что потом это пизда. До сумасшествия сводят, блядь. Ребят, плюс кого комар до сумасшествия сводил? Блядь, Диман, психика портится, пиздец. У меня дед был, его на даче комар укусил, он из дома ушел. Долбоёб, ебаный ты, Диман. Не, серьезно. Бля, не, сейчас не попал. Я имею в виду про то, про такие ситуации, например, когда вот лежишь... Или чисто батя из дома уходит, всё, блядь, потом возвращается лет через 10. Да комар укусил какой-то, не пойму. Решил вернуться потом. Скилл, спасибо за рейд большое, брат. Спасибо большое за рейд. Спасибо, скилл большое. А, блядь, нихуя заяц! Или кто это, лягушка, блядь? Заяц? А, блядь, какая лягушка,
Волк, заяц. Волк, заяц. Только можешь спину хуярить. Бля, я охотник, блядь. Понимаешь, это как бы похуй, спину, не спину. Я всегда хуярю, когда мне в глаза смотрят. Ага. Блядь, заебали рычать. Что за звуки в игре стрёмные? Блядь, Пасян, мое озеро, чтобы ты понимал, обходит, блядь. Место, которое я нашел, он просто здесь обжился прям. Еще палатку поставь здесь. Там далеко-далеко. Так. Никого не вижу пока что здесь. Я сейчас на ХГ заберусь, и будет обзор хороший. Какого пса мочи, ебанутый, это мой пес. Заводи ты собаку уже. Прикольная игра, выключай, давай. Может, в Red Salt Ice поиграем? Там кооп есть. Угу. А чё? С удовольствием. Только за деньги. В смысле, просто можно поиграть там кооп. Ты охуел, блядь? То есть тебе заплатили, а я должен просто играть? Игра так прикольная. Брачный зов фазана. Сейчас я тебя и выебу, дружочек. Кактусы огромнейшие просто. Они, кстати, повреждают. Бля, я вообще ни одного фазана не вижу. Где они тусят вообще? На деревьях? Нет? Я ни одного фазана не вижу. Нет, нет, не на деревьях. Они как гули выглядят. Сам ты гуль. Да реально, блин, я убил одного. Ну реально как гуль-гуль-гуль выглядит. Блин, у меня уже 2 дня не было утренней эрекции. Это плохо. У тебя, блядь, чё, утренняя эрекция это дефолт? Да я шучу. Охуеть. Спасибо за инфу, буду. Чел, я уже столько завалил здесь животных. Чел, 2 дня не было утренней лекции. Кстати, она утром вообще должна быть. Да нет, блядь. А, ну, Марк, сорян тогда. Сочувствую тебе. Нет, с хуель-то она должна быть. Да не, все нормально, Марк. Не, когда нет, тоже нормально. Ой, блядь. Должна быть. Почему она должна быть с утра, я не понимаю, объясните. Хуяли с утра должна быть эрекция. У тебя хуй не стоит по утрам. Блять, Лалик, ты еблан, что ли? Ты знаешь, что такое эрекция, блять? Блять, Лалик думает, что если хуй стоит, значит это ты кончил, блять.
Пиздец. Хорош. А, стоп, блядь, я долбоёб-то. Оказывается. А, блядь, ебать я еблан. Ты долбоёб, Марк. Да, да. Блять, ну это то же самое спросить, блять, про... Как в этом, в ТикТоке, блять, про это, про... Бля, короче, со своими названиями ёбаными, блять, кто придумал вообще? Не зарывай тебя. Что не зарывай, блять? Не зарывайся. Ой, блять, какой же ты еблан, Диман, сука, хочется тебе в рот нассать, блять, насрать, блять, и зуб нахуй еще твой, блять. Не оправдывайте школьника. Ну, блять, да я ебал ваши эти названия, мне похуй. Ну я эрекцию спутал с это, с полюцией, блядь. Чё вы нахуй? Извиняюсь перед лаликом. Может быть, ещё и хуй с джойстиком спутать можешь. Хуй с джойстиком спутать можешь, блядь. Как можно спутать? Ну просто я забыл, что, блядь, полюция это называется, когда кончил, блядь, не эрекция. Я что-то подумал про то, что эрекция, типа, это именно когда кончил, но потом понял, что нет. Ну что, такое бывает, блядь, заебали. Ну, короче. У меня одни следы фазанов, и ни одного фазана нету здесь. Пострелёнок, ты где? Ты чё так далеко бегаешь? 3 километра. Ну, а чё, блядь, с вами тусоваться? Толку-то. Так бы пса твоего погонял бы. Марк, а ты много кончаешь? Как, что за вопрос, блядь? Как понять на него? Это он на 3 килограмма худеет после полюции. Эякуляция, когда кончил. Полюция непроизвольное пускает самоизнижение. Ой, блядь, пизду. Короче, кончил, блядь. Хуй встал, нахуй. Блядь, кончил внезапно. Все, блядь, заебались. Кончил и хуй встал. Все, внезапно. Ой. Нахуй эти ваши названия, блядь. Вот что-то сейчас интересно поражало, Диман. Что я такого смешного сказал? Я говорю про название, блядь. Нет, ты сказал кончил и хуй встал. Нет, я говорю, блядь, про название, типа то, что... Последовательность другая, братишка. Ты тупой, да, блядь, говорю просто про название, а не, блядь, про последовательность. Ясно, девственник ничего не знает. Серьезно, блядь? Мистер Найкерс пишет факт. Блядь. Боже, что ты пишешь, ёбаный, сука, дебил. Мистер Найкерс, блядь, сука, нахуй. Чел в садик ходит еще. А Найкерс меня на день рождения свое звал, 12-летие, но я сказал, что типа, мама может неправильно понять, семья. По фактам тебе расскажи, бомжар. Бля, реально, по фактам. У меня полчат, нахуй, 10-летних ёбарей, блядь, согласен. Чекачат в игре, ща. У меня просто животные откуда-то только что здесь были и уже куда-то убежали. Я не понимаю, куда они делись. Марк, у тебя ебало отвалится от Найкерса в ГТРП. Да, видел Найкерса, блядь, чел очень жесткий. Ну и где эти толсторогие, я не понимаю. Подожди-ка, у меня тут ошейниковый пикари. Слышите, а как мне въебать эту хуйню мне себе? Где ее взять, слышишь? Кого? А вот и нейтрализатор запаха. Ой, блядь, куда я набираю это?
Пусть он тебе пройдет беседу по воспитанию. Какую нахуй беседа по воспитанию, блять, о чем вы? Кстати, Васян не в ДС. Бля, не знаю, Васян, заходи, чё ты, блядь. А он в последнее время в запретке на стриме бахает, аккуратней. Вот видишь, сейчас у меня персонаж идет, а когда там, он бежал, блядь, чё за бред? Почему Васяна все хейтят? Кто его хейтит? Да все, не прыгаю, вообще буду пешком ходить. Васян в ФК. Алло. Алло, здорово. Алло. Слушай, Васян, хотел тебя спросить, не подскажешь, какой обзор дома лучше посмотреть, там поинтереснее будет? Обзор дома какой? Не знаю. Уже можешь сам смотреть, контент не заходит здесь. Не заходит, блин, печально. Тогда не буду, ладно. И куда убежал этот чел, я не пойму. Охренеть. Короче, сейчас Васян, видите, ебать, какой Васян популярный среди аудитории уже. Сейчас, да, сейчас мы из Васяна делаем стримера, он будет нашим проектом, и проценты с рекламы нет, будем брать. Нет, я проект Ликса, абсолютно только проект Ликса. Охуел, мразь. Скользора немного. У нас договор подписан, там... Марк, куда ты-то лезешь в нашу кормушку? Там, где вы понял, у нас делится все 30-30 и мне 40. А, ебать, а, я тебя понял, ну, Васян, типа, блядь. Скиллзору 30, типа. Ну, тебе можем, могу свои 10 отдать. Я тебя все с, нахуй со всей их этих удалю, блядь. Уебанище. Звука только удали, блядь. Да ладно, Марк, прости. Ну, можешь, ладно, давай 15% в день. О, умер, наконец-то. Пёс этот. Дискорд выгнать, нахуй. Вот, посидели с Васяном. А что ты сделал? Да ничего, просто кикнули. Ясно, хейтер. Смотрите, какой хейтер, крыса. Крыса ебаная? Да, так. Марк, на тебя банду Васяна натравим, ты охуеешь. Так. Ты будешь с Собчатом сидеть. Верни Васяна. Так. Слушай, мне вообще не боюсь, зима. Подожди, как он мод? Анмод. А как снять модерку, если я сниму? User ваш 9N. А, это не тот, ёптать. А. Анмод ваш 9. Да ёп твою. Я промахиваю. Все. Все. Разобрались нахуй. Ясно, крыса. Так, все еще понятно, с этого из сервера можно выгнать. Васян, ну ты знаешь, что делать, в принципе. У твоей банды есть конкретные список действий на такие места, моменты. ДСФК мув, пошел нахуй.
Разбросался словами, блядь, повыебывался. Вот теперь, блядь, все, пошел. Бага, если покупали мут, то ты не должен разбанивать его. Так, кто-то покупал, да, там и купили Васяна мут. Где олененок? Васян, ты быстро очень сдаешься в торговле. Не, Васян, 35% это хуйня. Дарю, спасибо за большое за сапку. 35% это хуйня. Тогда пошел нахуй. Окей. Еще репорт за оскорбление партнера Твича можно как бы въебать на каналчик Васяну. Эх. Ничего не учится. Ничему. Разгорание ненависти. Бля, я как долбоёб просто хожу и никого не могу найти просто. Никого, блядь. Да даже если бы ты мог найти, ничего бы не изменилось. Ну это ты вряд ли... Ой, ну... Блядь, иди нахуй. Блядь, я о чём говорю. Это ты вряд ли. Все, хорошо, не бегаю, блядь, как ты и сказал. А Марк злопамятный, он кидает в ЧС очень быстро. Кстати, это факт. Я, кстати, ну, именно если рофлы убрать, то я реально, кстати, злопамятный пиздец. Ну да. Так это очевидно, по тебе видно. Ты агрошкольник. Нет, ну, Диман, вообще бывают такие в жизни поступки, которые, ну, ты не хочешь забывать и которые, ну, типа, сложно забыть, как бы то ни было. И ты для... я уверен, что ты для себя так же делаешь, например. Особенно сейчас, Вася. Не, я никогда да нет, не да кидаю в черный список. Ты никого не кидал в черный список. Я говорю, причем тут Васян? Это же вообще рофлы, блядь. Я говорю, вообще в жизни. Типа, ну, я уверен, что ты тоже, если человек сделает какую-то хуйню, ты на всю жизнь это можешь запомнить и сделать... Не, я не злопамятный, кстати. Нет, я, ну, я не поверю в это. Ну, либо нет, ты правда, еблан, и не... либо ты еблан, если ты, ну, не сделаешь выводы от человека. Нет, я не знаю, да какие выводы? Я выводы, может, и сделаю, но мне потом похуй будет. То есть я не... Я, у меня нет такого, что я вспоминаю, что там человек сделал постоянно. Мне, типа, у меня нет такого. Ну, тогда это очень странно, блядь. Ну, я же тебе говорю, я эмоциональный импотент. Ты долбоеб. Я эмоциональный импотент. Да я буду на вершине хуете вспомнить. Блин. Вот это прав, вот это красава, Вася, на ух. Это Марк. А что странно, удержать обиду или злость? Нет, не обиду или злость. Ты можешь не обижаться на человека и не держать себе злость. Ну просто ты запоминаешь какой-то поступок человека. Ну хорошо, ладно, просто, да. Допустим, я, например, запомню для себя тот или иной поступок человека, который мне очень сильно не понравился, буду держать всегда это, типа, ну... Потому что буду понимать, что человек может так поступить. Может так поступить. Сделай утро. А мне далеко до дома идти. А, сейчас я могу тэпнуться еще.
Все, уже ничего не видно. Нужно уметь отпускать негатив. Смотря какой поступок. Не, ну ты же не будешь постоянно думать об этом, понимаешь, поступке. Вот я тебе о чем. То есть у меня такого нет. Там, допустим, что-то случилось, и я не знаю, через неделю, через две уже мне уже похуй будет. Так я говорю, смотря дело, какой, например, поступок, если ты, Дима. Если ты дал человеку денег, например, в долг, да, и он тебе не отдал, понятное дело, что в следующий раз ты ему не дашь денег в долг, но я к тому, что у меня нет такого, что, о, типа, он не отдал долг, он такой-то, все, я как бы забыл, все, просто в следующий раз как бы это, ну, не сделаю. У меня нет к человеку негатива, то есть у меня не держится негативных эмоций к людям. Да нет, я же говорю, ну, смотря какой поступок, типа. Блять, а я не могу здесь спать, что за бред? Ладно, в другой дом тэпнусь. У тебя не открыт тот дом. Какой не открыт? Нет, открыт вроде. Ну ультра жесткое. Ну, в смысле, ну понимаешь, оно запомнится, но оно мне не будет. Вот знаешь, эмоции же, они где-то вот тут, не знаю, в сердце где-то появляются, да, там разные такие эмоции, чаще плохие, они где-то вот под сердцем, да, такое вот чувство такое, да, обида, не обида. Вот у меня его нету. То есть оно вначале может появиться, а потом все. И его как бы не будет. И если я даже буду видеть этого человека, у меня к нему никаких вообще не будет эмоций. Я вот про это говорю. А есть люди, которые прям запоминают это и все, и у них постоянно вот они видят этого человека, и они там чуть ли не знаю, могут слезы броситься еще. Ух ты, с какого расстояния я убил Марк? Ё-моё! Ё-моё, вот это да! Это просто зрелость. Не, у меня так всегда было. У меня так всегда было. Это не связано со зрелостью. У меня так всегда было. Просто старый совсем лирику подался. Чел, ну вообще-то, если ты не знаешь, что каждая эмоция у тебя по-разному в теле отображается. И обида у тебя там, или ревность, не знаю, она где-то вот в груди. Другие эмоции в животе могут. Это ты что, вкалываешься? Ой, бля, куда иду? А обида залита в груди. Ауф. Так, иду за убитым фазаном. Ну, в яйцах не обида копится. Так, я уже настрелял, кстати, довольно много чела. У меня, кстати, 18 патронов остается, не так много. Кстати, единственный, кто не зашел ко мне. Я даже не знаю, что, где, когда ты стримишь. Это как-то, блядь, делает какие-то выводы обо мне, блядь, или что? Ну, Вася, на обиду на тебя, Марк. Ну, похуй. Он не писал даже об этом. Я не люблю обижаться на людей, любой конфликт можно урегулировать делами, если случается таких людей. Нет, конфликт, который просто не надо урегулировать. Просто можешь не общаться, да и все. О, куропатка. Нет, Вася, он просто мне так написал, единственный, кто не зашел. И что дальше? Ну, как это вообще показывает мне? Да ты полетела, бля. Куда ты полетела? Феликс не позвал Айсу на шумач, Диман сказал, она не может. Айсу не может, да. Просто Оля собирала девочек, я собирал мальчиков. И Оля сказала, ждет ответ Айсу, ну и, видимо, ответ был негативный. Раз будет вместо нее Крис. Не услышал Токен Тяна, а про что? О, еще одна куропа, еще один фазанчик сюда. Айсу в ТГ написала, что не позвали. Да не, это фейк. Я просто вчера, когда с Олей общался, Оля сказала, что ждет ответ Айсу. Возможно, она поздно ответила. Ну, это, собственно, тоже причина. Да, инвайт, Диман. Дим, что дать? Инвайт. Какой инвайт? У меня вылетело, да.
Блин, что-то я в последнее время не наедаюсь, мне больше еды надо. Я сегодня поел вроде обычный типичный свой завтрак. И... мало. Хочу еще есть почему-то. Сюда у меня куплено. Как будет шаманить 12 часов, ребят. Норм. Так, ребят, во-первых, у нас не такой большой выбор утром собрать людей. Во-вторых, у нас, не забывайте, в основном вечером все играют, кто умеет играть. А у нас в основном, ну, такие игроки, средние и ниже среднего. И это не так просто балансить. Я брал, на самом деле, у нас чуть, ну, пацанов сильнее состав получается, ну, потому что я думал, что будет Айсу. Я брал Магу и Косточа. Вот, я думал, что будет, потому что Пчелкин не смог. Ну, а у Фруктоски там Байовал играет более-менее норм, но она попадает хорошо. Играет, играла бы Айсу. Натаха не знаю, как играет, и Карандаша более-менее, типа, наверное, играет. А у Карандаша какой? Карандаш какой там? Тоже я небольшой не знаю, уровень фейсита. Ну, она типа что-то играет. Что ты тиктуешь? Там... не знаю. Хочу стать милфой, как Дима. Генсух стрясает. Какой Генсух? А Генсух не играет. И Генсух тоже играет. Генсух тоже играет. Ты, блядь, так это же нахуй халява ебаная. Ну, блин. Ну, я надеюсь, что все-таки будет какое-то сопротивление. Ну, я не... плюс у меня нет небольшой выбор особо, кого позвать. Блядь, что деньги не приходят? Я зайца наконец-то убил. Зайцев изи убивать далеко, когда текстур нету и видно только зайца. Да за зайцев нихуя не дают. Блядь, чё их убивать вообще? Не дают, дают. За сколько за не дают? Протеже, хуйня. Ребят, но смотрите, девочек... да, протеже, идеальный баланс, блядь. Девочек собирала Оля. Я бы мог написать Нине, типа, ну будут ли они играть с ней, я не знаю, там, видите, у них такой состав своих. Типа, ну если была протеже, было бы да, было бы по балансе, я согласен. Бустерак украли. Да, я не знаю, разве? Может он рофл? Да, мне кажется, это рофл. Он бы так не написал со смайликами. Ну, если украли, я думаю, что восстановят. Главное, что быстро. Реально украли, ну, восстановят, я думаю. Генсы и карандаши ебут жестко сейчас. Ну, жестко, если украли, а... я думаю, что нормально восстановят. Главное, чтобы скины не успели. Не, я честно, да. Вот реально расстраиваюсь после шоу-матчей, потому что Диман собирал шоу-матчи около 5 раз, и мы выиграли только один раз. Другие ситуации мы просто проебывали из-за такой хуйни. Мы ну типа, просто все время получалось так, что вот я когда начинал говорить... Бля, сейчас я дайте сформулирую, я не умею нормально формулировать. Короче, нет, не из-за Димана. Просто я говорю про то, что я когда начинал говорить, ребят, давайте уже играть серьезно, не страдать хуйней. Мне начинали говорить, блять, это шоу-матч. Ну просто, а смысл от шоу-матча, когда ты делаешь его 5 раз, а в итоге мы просто сосем его 5 раз. Вот смысл, это не шоу-матч, это хуйня. Зачем делать одно и то же? У нас плюс-минус был баланс на самом деле. У нас Диман, был баланс, да мы не хотели играть нормально, блять. Ну так, проблема же в этом, а не в шоу-матче. Как я могу каждого человека типа сказать, чтобы он играл нормально? Как я это могу сделать? Это для шоу, не для победы. Ребят, 5 раз это... ладно, короче. Не, ну не 5, мы один... мы... Так нет, давай начнем с того, что 5 раз мы играли 2 карты. Давай так.
Это тоже вообще пиздец. Ну, это, вот. Это уже твоя вина, то, что ты, блядь, то, что ты не хотел говорить, блядь, другим. Нет, хотя не, люди вообще должны понимать тоже, что... Я не считаю это своей виной, Марк. А что, блядь? Ну, да, люди то, ну, ну, может, не твоя, но люди тоже должны понять, что шоу-матч играет стрим БО3, блядь. Ну, типа, да, но видишь, видимо, не всегда так. Я не знаю, это тоже... Я на этот тот раз горел, но, типа, я не хотел просто ничего никому писать. Ну, тут ничего тоже такого нет, ладно, там... Главное, что потом вроде мы собрали БО3. Просто мне кажется, если шоу-матч собирается, то он должен играть в БО3, а не просто две катки, блядь. Не, ну понятно, что должна, да, должна быть победа. Типа, ничья. Так надо заранее обговорить, что на серьезных щах. Так, блядь, в смысле? Ребят, шоу-матч, это не означает, что типа шоу, блядь. Типа, ха-ха-ха, блядь, ебать, сейчас смеяться. Шоу-матч, это означает то, что просто собираются две команды и играют. Это не значит, что, блядь, мы делаем вам какое-то, блядь, представление, нахуй. Завали пиздак на тик-так, нахуй, короче. Потом я, блядь, посмотрю, как ты будешь писать, блядь, в чате. Еще одну куропатку убрал. А Форреста пройдете? Ну, я надеюсь, зима завтра, блядь. Давай завтра Форрест сделаем. Ты, блядь, я... Давай завтра Форрест собираешь. Не, завтра у меня сам шоу с Вадей. А, да, с шоу, ну, понедельник. И у Вади еще завтра день рождения. В понедельник, Диман? В понедельник можно, да. Блин, я свадьбу... Май надо сделать нам. Конечно, я проебался с подарком Ваде, он будет долговато идти, но ничего. Зато, блядь, памятный подарочек будет. Шоу-матч — это не шоу. Ну, блядь, хорошо, Диман, что для тебя входит в понятие шоу-матч? Короче, БО3, ребята, играются все такие матчи. БО3. Нет, они имеют в виду что? В чате то, что шоу-матч, из-за того, что там написано шоу, это значит, что типа там должно быть весело, смешно, просто они играют. Не, это в любом случае, потому что это стрим. Так нет, так и они говорят, да, они говорят именно про то, что мы делаем типа просто контент, именно в плане не должно быть победы. Я, вот что не, они не, имеют. Ну как, какая-то команда должна, в смысле, не должно быть победы. Как не должно быть победы? Ну, короче, а нет. В товарищеских матчах не должно быть победы? Так шоу-матч это и есть, считай, то товарищеский матч, блядь. Да. Это просто, ну, вот. Вот, короче. Людям похуй на победу. Чел, вообще речь не об этом шла. Просто, ребят, вот просто хорошо усмеиваем, вот, что наш шоу-матч это товарищеский матч. И так получается, то, что мы 4 раза просто сосали хуй. И уже не весело становилось, типа, понимаете, в этом прикол. Да, речь не, даже не в этом, Марк, это похуй. Речь в том, что, типа, когда подразумевается, что 3 игры играется, вот и все. Любой, я не видел, чтобы игралось БО2 нигде. Ну, мы это с тобой я уже тогда обсуждали, Диман. Вот, все, вот в этом основной вопрос. Да, Диман, я же говорю, мы тогда это обсуждали уже, типа, ну... Так не, я понимаю, я просто говорю, что ребята думают, что мы там шоу, не шоу, это понятно. В любом случае... Да понятно, весело, что БО3 должны играть. Вот, я вы типа думаете, то, что я ною за то, что мы играем? Нет, блядь, вон, когда мы играли Лёха, вот я прям супер помню, когда мы сосали хуй, и Лёха там рофлил, типа, вы команду ебанов, бля, так смешно было, так весело, бля, вообще похуй было. Просто когда именно это уже 4 раза повторяется, для вас это может весело смотреть. А, ну, когда ты сидишь играешь, и ты то же самое просто ощущаешь. То есть, типа, это... Шоу-матчем называть, чел, это элементарный такое. Байт, шоу-матч. Это все равно, что продавец и менеджер по продажам. Одна хуйня звучит по-разному, второе звучит элитно. Сегодня сыграть серьезнее. Это так... То же самое матч и шоу-матч. 5 на 5, как угодно назови. Как играть? Хуенный байт, ну по факту, так и есть. У нас Диман, блядь, он либо может попадать, либо не может, блядь. Бля, вот с Магой тоже, кстати, такая тема вот странная. Он может зарофлиться, да, ну, типа, расфаниться и все, и тогда... Да, и потом будет... Он потом даже, ну, типа, он... А потом тильтует. Нет, он на тебя начинает, типа, сгорать, типа, бля, что за хуйня, да, Диман? Ну, да, ну, а на самом деле, ну, сам половину игры рофлил, типа, тоже за Магой. Вот, поэтому, да, хуйня. Я поэтому не люблю, когда челы начинают в самом начале расфаниваться, потому что потом вот я в предку... Ну, я в ожидании вот того, что будет херня. Зарк в муте всегда. Ну, не всегда, а Зарк от настроения зависит. Но когда он тильтует, это да, это тильт у всех сразу. Надеюсь, сегодня у него норм все будет. Он вроде в последнее время у него хорошее настроение.
бля, играешь в матч и потеть тоже такое себе. Бля. Да никто не потеет, прям так, жестко. Не, ну, подожди, ну, подожди, Диман. Ну смотри. Шоу-матч, бустер против 89-й сквада. Допустим, Вадя, бустер, там еще кто-то против 89-го сквада. Ну. Это тоже шоу-матч. И люди все сидят, потеют. Че, почему вы, блядь, скажете, что вы полетите? Нахуй они потеют? Не, еще, ну, смотри, еще же зависит от того, что за матч. Типа, мы собираем там мальчики против девочек. Мальчики против девочек, это в любом случае должна быть больше рофильная история. Понятное дело, что там, ну, типа, потеть, сидеть потеть, это такое. В чем прикол сидеть потеть в таком матче? Это, наоборот, нужно сделать интересно, это должно быть прикольно. Но это, мне... не знаю, фан. Ну, ладно, хорошо, если ты так даже считаешь, что, ну, мне, например, не нравится сидеть просто фулл чилить. Ну, я не... Нет, если не я чилить. Не буду... Если я не буду потеть, я не смогу даже, блядь, попасть ни в кого. Ну, при этом нужно сделать так, чтобы, как бы, еще и игра была интересная, понимаешь? Вот так вот. Бля, я промазал по челу. То есть, хорошо, если мы будем потеть, блядь, это будет неинтересно играть? Это же бред. Мы будем потеть, мы будем молчать. Да напряжение. Нет, это бред, нихуя. Мы играем всегда в фейсе так, например, даже. Я когда потею, я молчу, мне тяжело говорить. Да я, ебать, я не могу никого найти, блядь. Где у меня еще эта хуйня? Почему она не в быстром доступе? Я так и не понял, я попал в кента или нет? Он просто убежал? Да, он просто убежал. Ну, Марк прав, как мне. Да нет, да, блядь, похуй, тут у каждого точка зрения своя, просто мне реально, типа, странно то, что мы сосем хуй, а команде похуй, типа, ну давайте дальше шоу-матч соберем, когда еще, да давайте такого, еще раз похуй, сосем на... хуй. Ну, нет, бля, того, ну это похуй. Странно очень. Не играть в нем, а комментить, а это такое себе будет. Да Диману нравится играть же, блядь. А не, мне бы и комментить нравилось, но я так не соберу терки две, чтобы комментить. Бля, жаль, конечно. Бля, жаль, Лёха не играет. А Лёха сегодня не мог? Лёха нет, да, у него сегодня адреналин. Жаль. Нихуя на меня чел... Блять! У меня носорог херачит. Носорог? Не носорог, а этот осторог. А, блять. Поэтому да, я говорю, ну ладно, типа похуй, тут каждого может свое отношение быть, но типа. Просто все равно. Лучше Савка ходит. God bless, я не могу никого найти. Понимаешь, я даже уже не бегу, не прыгаю, реально я не могу найти никого. Типа, ну, чернохвост олень, и что мне на него охотиться? Это неинтересно. Мы оленей этих столько перебивали в охоте. Я, типа, ищу кого-то другого. Лоповый заяц. Зайца тоже убил. Я же не хочу, ну, типа, смысл мне просто так одного сейчас зайца уебашить. Сейчас найдем. Бля, у меня 3 патрона осталось, ё-моё. Надеюсь, найдем, конечно. Так, 2 патрона. Еда? Какая еда? Так, подождите, мне там написали сейчас. Поздравь, пожалуйста, мою бабушку Лиду с дыря. У нее сегодня день рождения. Нифига себе. Поздравляю бабушку Лиду с днем рождения. Желаю ей долгих лет жизни. Баб Лида, привет! Ой, зачем я же на shift опять нашел? Бля, сейчас мне дверь надо закрыть.
Когда она ушла, пиздатая какая-то. Не факт, что пиздатая, блядь. Блядь, ты говорил, что разъеб. Марк, давай честно. Вот нет, серьезно. Диман, я хочу, чтобы оно было разъебом, но я не знаю. Ты что... говорил так, оно будет по-любому разъеб. И типа все шоу, которые мы делаем, ты говорил, что они не такие будут зрелищные, как это. Чё, блядь, да не пизди ты, сука. Бля, он специально так делает, чтобы потом, если вам не понравилось, вы писали фул хуйня. Я знаю эту, сука, крыса. Блин, а где еще один? Койот. Койот. Куда он делся-то? Короче, блядь, я надеюсь, что оно будет пиздатым, но... Будет ли оно пиздатым, это не... Кстати, Васян ливнул из игры, ты его обидел, мне кажется. Ну, бывает. Я просто даже не могу быть уверен, что оно будет пиздатым, только потому, что оно сделано по-другому немного. О, у меня очки способности появились. Просто найс, мне когда в Элгарде написал по поводу того, чтобы сделать, типа, ну, в плане 3D-шоу, я очковал, потому что, я не знаю... Все привыкли на стримах увидеть, типа, ну, 2D, вот, например, скамшоу, оно же 2D. У меня игровое, это, киношоу 2D было тоже. Я немного очкую, потому что не знаю, как это может зайти зрителям. Сделал 3D, оно уже делается 3D. Сегодня мы должны тестить, оно, ну, оно будет уже 3D. А у Тимана когда новое шоу? Про 20 вопросов? Было тест, это на следующей неделе все, ребят. На кстати, это... мы... Я просто... Давай, говори. Да. Да, на пак столько одному висит просто. Мне нужно столько одному отыграть, 10 человек надо собрать. Вот. Мы, короче, с Россой разговаривали, Диман. Mm-hmm. Ты не думал по поводу немного правила поменять? Правила игры? Да, я думал. По поводу того, чтобы третий участник не вылетал? Не, это я не хочу, чтобы не вылетал. Не, ну просто я тебе объясняю, смотри, ну прикинь, допустим... Вот ты же зовешь на скам-шоу тоже иногда, типа, какой-то самый медийный гость какой-то. По-любому будет самый медийный гость из других гостей, правильно ведь? Который, ну... типа, ты даже называешь главный гость, типа. Ну. Вот, и, допустим, ты на 20 вопросов тоже зовешь главного гостя. И прикинь, чел вылетает сразу, допустим. Согласись, но большая часть аудитории может прийти ради этого человека. И не то, чтобы он вылетал, и не, я не говорю про то, чтобы, типа, приз ему давать, чтобы он участвовал за приз. Просто, чтобы он какое-то действие мог выполнять в игре, а не до конца вылетал. Ну, он не может никакой, он может только втроем дальше отгадывать все эти слова. Но это тогда теряется суть игры. То есть в этом и прикол, что я и хочу прийти к тому, чтобы звать не только медийных гостей, а чтобы звать обычных людей. Понимаешь, я не хочу завязываться на медийных личностях. Да потому не, что изи... Я не говорю про то, что, типа, медийный гость, блядь, должен оставаться в игре. Про любого гостя так. Я имею в виду, что аудитория может прийти, типа, ради этого гостя, а он в итоге вылетает из игры просто. Я говорю про то, чтобы он какую-то, может, эту... действие выполнял. И так с любым гостем, не только с медийным. Вообще про любого гостя. Только медийка будет заходить. Ты ошибаешься, на самом деле, чел. Не только медийка будет заходить. Многое от ведущего зависит. И я поэтому стараюсь сделать, чтобы было весело не просто, не только, чтобы гости контент завозили, а чтобы и интересно было смотреть. И плюс, чтобы шоу было такое, что людям тоже интересно принимать в нем, например, участие. Всем похуй на дефолт челов. Слушай, но тем не менее, очень часто в последнее время у нас не такие медийные гости бывали, и все нормально заходило. Так что я не думаю, что это проблема. Мне интересно, дядь, я, блядь, с удовольствием бы, если бы нашел какого-то сейчас нормального животного. Я не хочу идти просто на оленя по зову, и не хочу идти на каких-то этих фазанов, которых я уже убил. Ну, просто да, можно, конечно, сейчас убить дохуища оленей. Единственное, что я бы в шоу... Ну ладно. Я бы поменял там один раунд, типа, где вот нужно было угадывать двух стримерш. Это сложный раунд, его сложный вопрос. О, здорово, Астра Фемус. Я бы просто сделал выбор. Здорово, Астра. Я бы просто сделал выбор. Я бы просто сделал выбор этих всяких тематик. То есть две тематики на выбор. И кто-то одну выбирает тематику, причем они будут закрыты и выбирается, да. И, допустим, одному может достаться сложная тема, а второму легкая. Вот так вот, чтобы был элемент рандома, это прикольно.
Я еще, например, переживаю, короче, по поводу своего шоу, то, что... ну, там будет все завязано на вопросах. Я боюсь, что это будет неинтересно, когда только вопросы, типа. Я поэтому... Ну, короче... Завяжи его на ответах. Блять, ебать, сделать шоу, когда тебе, у тебя есть ответ, а тебе нужно вопрос придумать к ответу. О, гений. Ну, короче, как бы то ни было, уже проведем, а потом уже все напишут, что добавить в шоу. Типа, потому что... Ну, потому что, блядь, потому. Бля, вот видите, я никого не вижу. Сейчас пшикнусь, блядь. Ладно, сейчас помет посмотрю, чей. Будь здоров. Спасибо. Что, блядь? Нихуя себе! Ебать, тут кролика расторможили, нахуй. Диман, ебать, тут зверей мертвых у меня. Слышишь? Это я, но убивал. Нет, блядь. Тут да. Койот похавал всех кролей. Чел, ты и кроль, понял? Они хоть кого-то убили? Диман там дохуя еще убил. Я просто не хочу... Я думал, может, кого-то еще найти. Я дохуя убил уже, реально. Я и сейчас убиваю. Я уже с арбалета стреляю, у меня патроны все кончились. Бля, арбалет да хуйня. Сука. Да. Да. Ни хера, ни херня. Просто расстояние непонятное. Какого стрелять? Чем отличается кролик от зайца? Кролик ебет, а зайцы ебут. Так, попробую сейчас. Убрать кента этого. Все-таки, если получится. Бля, и вот как Диман говорил, очень круто, если реально на шоу есть спонсор. Это пиздец круто. Вот, ну, еще ни одного спонсора пока нет. Да, но не, я говорю, вот просто представь, появляется какой-то спонсор, который реально тебе дает возможность давать там не приз, не как вот ты обычно, допустим, 8 тысяч делаешь, хотя 8 тысяч тоже это заебись. А прикинь, вот спонсор дает возможность тебе сделать там 30 тысяч призовой. Так вот, и в этот момент как раз-таки появляется тема, что не обязательно всегда звать медийных гостей. Так... Потому что, прикиньте, какие эмоции будут. Да, да, когда, эмоционального человека. Когда ты так жестко начинаешь потеть, просто представьте, вот ты делаешь призовой 30 тысяч. Это очень круто. Ты зовешь любых стримеров на шоу, и ебать, очень интересно смотреть, когда такой приз. Люди начинают по-настоящему нервничать, по-настоящему думать, блядь, за такой приз. Прям бороться начинают. Причем еще человека, которому эти 30 тысяч, это прям, ну, это вот... Это очень важная сумма, да, там, не знаю, для каких-то его, не знаю, может быть, у него там что-то в планах стоит, что-то купить, там, самокат или еще что-то, ну, для которого прям вот это вот, не знаю, это деньги, за которые он будет прям не хочу бить, но пока рвать. Что все шоу на Твиче, что я видел, я так не считаю. Что сказал, чел? Что все шоу, которые делали на Твиче, не дотягивают до спонсоров. Чел, ну, спонсоров разные. Например, скам-шоу, я считаю... Вполне дотягивает для спонсоров. Типа, спонсорство есть разное, нужно обсуждать все. Понятное дело, что никто тебе не даст там 100 тысяч, 200 тысяч на одно шоу, которое идет полтора часа и с онлайном там 10 тысяч. Но, например, там 30-40 тысяч рублей на такое шоу можно выбивать. Если оно на постоянке. Тут важный момент, чтобы оно было постоянно. Чтобы был один спонсор, и чтобы было постоянно. Тогда а, да. А ты тизерил новый шоу? Не, я не буду его тизерить так. Просто... Да ё-моё, я не у меня... Мы его просто проведем, а потом... вот я говорю, пока у меня шоу не будет дотягивать до спонсоров. Вот после того, как мы его проведем, и вы уже там все в чате и там гости скажут, что еще добавить шоу, тогда я считаю, да, вот тогда это шоу будет дотягивать до спонсорства. Димана 10 баннеров, одна игра, полмульта стоит он еще... Да. Да тут причем даже дело не в этом. Чел, а зачем тогда, не знаю, у FIFA футбольный тоже денег до хрена? Зачем они спонсоров ищут на трансляции? Нахрена вообще? Типа, в чем прикол? Зачем? Тарофлу. Чем в скам-шоу спонсоре, если там невозможно выиграть. Ребята, да, всегда возможно выиграть, блядь. А можно выиграть. Ты уверен, что шоу в 3D зайдет ребятам? Да нет, Монолит, не уверен. Ну, блядь, ты мне другое говорил в Дискорде, Марк. Я...
Не, Диман, вот без рофла. Я говорю, я не уверен, поэтому очкую, но попробовать все равно же стоит. Какая разница? Попробовать же стоит. Ждем разъеба. Ждем разъеба завтра, мам, да, реально. Да, блять, оно даже не факт, что завтра будет, блять. Мы не тестили ничего. Бля, вот видите, типа, ну, нихуя нет никого, блядь. Зайцы, ну вот смысл зайца. Давайте просто вот, чтобы... Да ты попробуй убей зайца, смысл зайца. Чтобы вы успокоились, вот я ёбнул зайца, блядь, чтобы вы не пиздели. У меня вот патроны кончились. Я уже чел, ты знал бы ты, сколько я уже настрелял кентов? Открой карту, посмотри, сколько я настрелял уже. Ты хотел его на постоянку, но не получится его так быстро делать. Нет, монолит, в смысле? Ты чё, прикалываешься? Вот сколько урона... Вы знаете, сколько Росса делал шоу? Мне Росса говорил, что шоу делал с месяц. А мы с Вилгарди... Это какое? А я не помню. Какое. То ли скам, то ли какой-то другой. Я не помню, какой он говорил. Ну, скам, возможно, да. Скам долго делалось. Вот видите, опять заяц, блядь. О, убить его? Нет, я не буду трогать зайца. Ладно. Не, Росса гений, кстати, всех вот этих шоу. Он очень круто все реализует. Это прикольно. Причем, без, знаешь, там с минимум корректировками ты просто показал, что вот должно быть, и все максимально круто получается. В этом плане вообще имба. Прости, когда новое шоу? На следующей неделе сделаю новый выпуск. И столько одному надо бы еще привести. ТГ какой-нибудь набросок залей, как будет выглядеть? Ну да, кстати, ты можешь чуть-чуть побайтись, почему нет, это прикольно. А то ты, ну да, никто даже не представляет, о чем речь. Да, блядь, так я не хочу, да просто я боюсь, что впечатление, типа, будет такое, что, типа, блядь, оно будет разъебом. Но оно не будет разъебом в первый раз, потому что там нужно будет что-то еще добавить. Я это чувствую, что надо будет еще что-то добавить. Ты подбачиваешь на шоу, это ты не подбачиваешь, что это разъеб или не разъеб. Просто закинь удочку-то какую-нибудь. Мне тоже интересно, как это будет выглядеть. То, что ты мне показал, я не понял, что это. Нет, я тебе меню-то, показал. Меню-то там будет же в шоу? Ну, конечно, да. Меню покажи хотя бы, кусок меню там. Стоп, а что, как менять меню? Уже ушло шоу, столько одному? Да не ушло, просто мы его не проводили. Шоу крутое. Да, ну ушло. Просто в один момент, мне кажется, столько одному шоу было очень часто, типа, мне кажется, и поэтому... Его не было часто. Оно довольно-таки часто у тебя было, Диман. Оно было всего 3 недели подряд по выходным, все. Да, дальше не, оно кажется... было жестко. Нет, его не было много. Его не было много. Так же, как и КС, в принципе, не так уж и много, да? Типа мы его всего раз 5 провели, наверное, 6. Короче, пока в шоу будет там несколько спецвопросов и остальные вопросы, именно на которые ты, ну, будешь думать. Я вот хочу еще что-то добавить. Возможно, что-то с музыкой, возможно, что-то с картинками. Но главное... Я так не люблю вопросы, связанные с музыкой, если честно. Да не, я имею в виду просто, типа, я как пример говорю, просто чтобы не было именно только вопросов. О, куропатка. Так, вот его я, блядь, должен убить. Охренеть, там жужели сколько. Блять, а как попадать-то? О, не, я его въебал с первого выстрела. Я когда в своей игре вижу музыкальные вопросы, я думаю, блять, кто их добавляет? А мне наоборот нравится, когда музыкальные вопросы. Не знаю, самая скучная хуйня, которая может быть, это в своей игре, это музыкальные вопросы. Слушай, а мне наоборот нравится. Не знаю. Вообще такая хуйня. Ну не знаю, может, но мне вообще не нравятся музыкальные вопросы. Просто вот я, например, раньше не понимал, вот когда первый раз Диман позвал нас в скам-шоу, я, например, не понял, типа, блядь, для меня, например, очень сложные вот эти вопросы были, когда правда или ложь, вот, типа, нужно было угадать. Я не понимал, и мне прям, типа, блядь, ну не должно быть такого, типа, зрители должны, как-то должно понимать. А когда сейчас я, например, делаю, я добавляю туда сложные вопросы, на которые Диман и Дина не будут, допустим, знать ответа. И они должны будут либо рандомить, либо просто каким-то реально логическим выводом туда прийти.
И то есть... Просто когда есть вопросы, которые, на которые каждый будет знать ответ, в этом это неинтересно. Да, и теперь это шоу не на скорость. Это да, и теперь удачу, я говорю, и теперь я понимаю, что вот типа так и должно быть, да. Вижу кента. Ебать, сука, как они заебали со своими этими, нахуй, я пугаюсь. Блять, как эту крысу убить, я просто не понимаю. Что, Ринпер еще ничего не подарил? Мне, я говорю, мне нужно еще сделать 3 подарка, и которые должны быть оригинальными, потому что я не хочу дарить то, что, блять, ну, короче, это. Монолит, а это я буду делать, Монолит. Это я буду делать. Допустим, например, Ваньку я вообще не знаю, что можно подарить. Очень. Вот Ваньку, прям хуй знает. Илюхе не знаю, что можно подарить. Ваде я уже заказал подарок, он делается. Я его в день рождения не смогу подарить, к сожалению, но... все равно. Монолит, ну... бля, это нет, это... там не так. Это, не в этом прикол. Проститутку подари. Да, блядь. Бля, лакхакер. Это прикольно, кстати. Вот это, кстати, прикольно. Вот реально, это прикольно, но... да, тоже надо что-то еще придумать такого. Это прикольно ты написал. А, нихера себе. Блять, тут столько уток нашел, куропаток, ё-моё. Блин, как их убивать, еще непонятно. Разбаньте чела, вон, посмотрите. Пишет, умоляет. Странно, кстати, вот здесь ни одной рыси я не встретил. Хотя... в другой части карты огромное количество рыси было. Да, у меня очень много куропаток здесь. А, стоп, так в смысле, я же наоборот в этой же части. Почему? Нихуя. Бля, Диман, а у тебя греется комп? Да, очень. Почему так? Он же не должен так греться. Как не должен, жара. Да нет, ну он прям так сильно нагревается, бля. Да. У нас хорошее охлаждение в компах, и оно все. Ну, так охлаждает, это нормально, но теплый это воздух, это не значит, что он не должен идти. Ну, он прям очень сильный. Я вот трогаю вот эту стеклянную штучку. Ну, да. Она прям пиздец теплая, прям пиздец какая. У тебя тоже так же? Да. Я просто когда думал, что типа если водяное охлаждение, то комп вообще почти не греется. Не-не. У меня аж вот теплый воздух поступает в ногу, я прям чувствую, как у меня волосики, блять. Марк, я... давай, Дима. Пока... продуй компьютер, там уже небось пыли дохуища. Не-не-не, не может быть рановато. У меня все чисто. Я проверяю, но у меня уборщица убирает его тоже. Кстати, да, я же недавно, когда колу пролил... ты же прикинь, я колу пролил на комп. Ебать, я охуел. Я... но слава богу, там ничего не попало на него. Там я открыл, там, кстати, реально довольно-таки чисто было. То есть, типа, я же когда проверял, там довольно-таки чисто было, хз. А, блядь, Диман, пиздобол! Что? Ты говорил, кактусы не жалят, блядь. Не жалят, я ж потом сказал, что жалят. Сука. Мне Васян, чтоб ты, блядь, верни Васяну все. Мне Васян в чате пишет, что он обиделся на рофлы, забей. Наверное, Хантик думает, что я его не уважаю и все такое. Не стыдно, Марк? Ты верну я потом. Дейка Рио Гранде. Хоть название. Васян в муте. К
Это вы же ему мут покупали, блять, алё. Это же не я ему мут купил, это вы, блять. Есть еще функция анмут, ребят. Вы можете как бы Васяна поддержать, тоже анмутнуть. В смысле нет анмута? Как-то нет. А вот же, так вот. У меня же раньше была функция анмута, блядь. А, ну может я выключил ее? Ну, блядь, не повезло, Васян. Ебать, меня тут забанили, потому что я не спецом сказал банворд. Блядь, дядь, ну... Понимаешь, если стример не спецом скажет банворд, то как бы тоже забанят. И очень много... Это есть случаев, когда в чате, например, не модерируется чат, и если там много банвордов, за это стримеры тоже забанят. Поэтому модераторы банят за банворды. Блин, правда, когда ты, например, не стримишь, очень часто возникают вопросы, почему так или иначе делается. А когда ты начинаешь стримить, ты понимаешь уже... Ну, что все работает по-другому. Вон, клаустрофобия покупает Васяну мут, блять. Вон, да че вы на меня-то пиздите, блять. Так, у нас когда шел матч? Блин, ну тогда уже это... Пораньше тогда уже.